Ученые из Нидерландского института нейронауки разработали чипы, которые состоят более из 1000 электродов и встраиваются в часть коры головного мозга, отвечающую за зрение. Благодаря чему люди невидящие в будущем смогут использовать вместо глаз камеру, которая будет встроена в очки. Это устройство состоит из двух основных частей. Это видеокамеры, которые, собственно, заменяют глаз человека, и чип, который преобразовывает видеосигналы, исходящие от видеокамер, в электрические импульсы, которые стимулируют те зоны головного мозга, которые отвечают за анализ зрительной информации. Пока технологию проверили на двух макаках. Им внедрили эти импланты в голову и дали решить несколько заданий. По словам ученых, обезьяны были способны видеть очертания объектов. Ну, собственно, так и оценили эффективность работы этого устройства. Обезьянам давали определенные задания, связанные с формой объектов, и они его выполняли. Однако эта разработка на данный момент не сможет полностью вернуть человеку зрение. Я думаю, что в процессе усложнения технологий со временем человек сможет увеличить эффективность подобных устройств и действительно вернуть человеку зрение полноценно. Ученые рассчитывают, что опробовать эти импланты на человеке они смогут ближе к 2023 году. Кристина Дыршина, Универньюз.